Всем привет, Кашкай. 24 800 стоит тачка. Здесь стоят 19-дюймовые диски, 1100 евро, и цвет металлик 400, и в итоге машина стоит 26 300 евро. Здесь что у нас получается? 115 лошадей, турбодвижок. Ну, в общем, и здесь стоит у нас вариат. А, нет, ну здесь стоит, пардон, здесь у нас стоит шестиступенчатая механика. Давайте смотреть. Красивый цвет. Вот такие фары интересные стали. Морда чуть-чуть такая стала, мне кажется, позлее. Тоже широкие хромированные эти полоски. Nissan. Все замечательно тут. Давайте дальше смотреть. Колеса такие, это уже как доп идет, 19 дюймов. Пластиковый обвес по кругу, повторители поворотов в зеркалах, бесключевой доступ и хромированная окантовка стекол тоже, видите, по всему периметру. Снизу широкие пластиковые накладки, и когда здесь получается дверь открываете, видите, у вас здесь чистые пороги. Получается отлично. Сзади все мягким отделано, шума будет меньше, хорошо. Резина Dunlop, 225-45R19, дисковые тормоза. Ну, довольно-таки все подвижные диски, скажем прямо. Красивые задние фонари, кстати, тоже. Антенна Кулиплавник. Это стандартно рейлинги. Давайте посмотрим, что здесь. Подсветка номера, камера заднего вида, кнопка. И посмотрите, как тоже высоко открывается крышка багажника. Круто. Тут стандартно уже на веревочках вот эти все полка снимается и убирается. Здесь, как видите, такой твердый пол, и из двух половинок состоит. Одна, вторая, я так понимаю. Да, они взаимозаменяемые. Отлично, еще куча места. Тут, видите, органайзер такой получается. Крючки. Ниша. Тут резиновая такая лямка. Подсветка здесь есть. Тоже еще ниша. Тут тоже вот резиновая лямка. Ну, неплохо. Давайте посмотрим, что тут. Получается ремкомплект. И все. Ни докатки, ничего нет. Ну, вот как-то так. Здесь приходится им воевать с бездорожьем. Тут все красиво сделано. Отлично. Тоже дверь практически вся покрыта пластиком, ручка закрывания. Закрываем, слушаем. Ну, громковато как-то. Не знаю, или просто в салоне тихо. Никого нету так. Давайте уже в салон пойдем, посмотрим, что там. Тут, в принципе, больших изменений особо-то и нету. Тут тоже все замечательно, видите, как все четко. Все чистится хорошо. Черная крыша. Еще раз посмотрите, какие фары. Красиво все сделано. Ну, что-то чувствует, что да, обновили тачку. Неплохо. Но цена, так, мельком быстро заглянем. 26 300, ну, правда, это с допами. Но даже если колеса убрать, типа вот эти 19, получается, что 25 200 бы стоила машина. Ну, тоже, я считаю, прилично. Давайте посмотрим, что тут. Тут практически тоже все стандартно. Кожа. Мягким все отделано. Здесь под карбон. Ручки хром. Отлично. Все электростеклоподъемники. Блокировка дверей. Складывание зеркал. Ну и тут регулировка. Все это понятно. Здесь уже, видите, электро
регулировки сидений, угол наклона спинки, высота и так далее. Ну давайте присядем. Отлично, отлично. Что тут? Практически то же самое. По большому счету здесь изменений-то особых нет. Руль в коже, мультируль. Здесь снизу, видите, как скошено все. Яркость подсветки. Работа с компьютером, воздуховоды. В принципе, да, тоже все так и осталось. Вот это вот, видите, тоже так же и осталось. Никуда не делось. Здесь еще куча-куча заглушек стоит. Так, руль. Ну, наверное, тут тоже без изменений. Да, по высоте и по вылету отлично. Такой руль кожаный, кожа приятная такая, интересно. Упоры для больших пальцев. Кнопка запуска двигателя. Электронный ручник с функцией автохолд. Тут тоже все кожа обшита. Хорошо. Розетка. Вот эта вот нишка, да, тут непонятно, что сюда можно положить. Вот как-то так. Что это такое? Как вот это, что? Шестиступенчатая механика. Может, сейчас посмотрим в боксе подлокотники. Там присмотрим место. Два глубоких подстаканника. Отлично. И здесь у нас двухступенчатый подрыв сиденья. Еще одна ниша. Тут, видите, под самым этим козырьком ванночка такая для мелочи. Ну да, вот сюда получается, если так, вот у нас есть гнездо AUX, USB, и тут еще есть розетка. Вот сюда, наверное, положить гаджет свой, сконнектить его, и он там будет находиться. Глубокий бокс, отлично, просто отлично. Спросил я у менеджера, как народ относится к турбодвижкам здесь и вариаторам. Он говорит, отлично. Кашкай прям очень неплохо берут, и народ вообще не парится, как у нас. О, это же ты что, это же турбомотор и вариатор, это гремучая смесь. Здесь народ вообще по этому поводу никак не парится. Так, у нас здесь стоит климат-контроль, кондиционер, подогрев лобового стекла, подогрев заднего стекла, вентилятор, различные зоны обдува. Здесь что, громкость, он заключено все. Может слушать CD-диски, SD-карта, потом вот, карты, навигация, информация, настройки, режим ночной, дневной, назад, ну и так далее. Все это стандартно, понятно, здесь. Да, хороший такой ящичек. Все отлично здесь, все отлично. Ну, что сказать. Как бы подновили его, да, и вперед по новой заиграло. Так, что тут? Подсветка зеркала есть. Тут что? Тоже подсветка зеркала. Я так понимаю, здесь еще просто вот люк. Видите? Сейчас тут все отключено, поэтому и цена такая чуть повыше. Вот эта подсветка, конечно, человек менял, сам ставил LED-подсветку. Вот эти такие неяркие фонарики, но какие есть. Вот, поэтому я так считаю, вот из-за этого машина дороже, а так-то вообще должна быть дешевле. Так, давайте еще раз посмотрим, что у нас тут. В общем, я считаю, достаточно все симпатично. Кстати, мы вчера катались на Шкоде Корок, и там вот эта передняя панель как-то более уныло смотрелась. Здесь мне больше нравится, как все так, ну не знаю, более гармонично, что ли. И темные тона, вот они все-таки как-то, ну, смотрятся по-другому. Там были более светло-серые, не знаю. А здесь как-то вот все мне больше нравится. Такое все продумано. Так, ну что, давайте мы отрегулируем под себя сидушку. А, тут же это, электро надо вот так, да, вот мы покатились. Вот, вот так бы я поехал. Отлично. Да.
Идемте назад, посмотрим, что там. Ну, двери стандартно работают также громковато, я считаю. Вот так смотрится дверь. Цвет, конечно, синий, снаружи смотрится красиво, а вот здесь уже вот эти вот синие на камеру, как-то она, мне кажется, под ролом передает, какие-то вот бледные, какой-то не пойми чего. Тут тоже все мягким отделано, красота, электростеклоподъемники, стандартные здесь ручки, вставки под карбон. Место для бутылки, динамик, хорошо. Давайте присядем сюда. Что тут предлагается? Смотрите, раз, два, два с половиной, где-то две с половиной ладошки. Карман есть. Здесь есть, как видите, поясничные подпоры и у пассажира, и у водителя. Замечательно. Подлокотник, к сожалению, не сдвигается, как есть. И тут из удобств у задних пассажиров только вот эта ниша и все. Ни розетки, я так понимаю, больше нет ничего. Из-за люка, вот видите, подсветка. Прям такая лампочка, видно вот ее дешевая. Но как-то вот тут, не знаю, так. Поэтому здесь из-за люка подсветка тут. Вешалка, хорошо. Ну и точно так же все сзади. Справа борта. Ну, в общем... И все дела, тут больше ничего такого нету. Три подголовника. Давайте посмотрим подлокотник. Да, он кожаный. Два подстаканника. Но мне кажется, угол наклона чуть повыше его. Ну, хотя, в принципе, нет, все-таки высокому человеку будет здесь неудобно ехать. В том плане, что низко сам подлокотник расположен, и позвоночник будет искривляться. Так, сама сидушка широкая, хорошо. И вот, как видите, здесь нога не висит, прямо сюда подходит. Отлично. Тут тоже еще место, ну, как сидушки, не пожалели. Ну, в принципе, почти впритык. Человек, ну, покрупнее меня, уже у него нога будет здесь висеть. Все, давайте еще раз посмотрим. Проверенный временем Кашкай. Все, давайте выходить и заканчивать. Да, все стандартно. Еще раз посмотрим цену. С доплатой за диски 19 и за цвет металлик машина стоит 26 300 евро. Вот такие цены. Все, всем пока, счастливо.